Итак, давайте поднимемся вот сюда. Море. Классно. Здесь, конечно, лодочки другого качества совсем. Видите, какие картонные, старинные, самодельные. Но в любом случае есть на что посмотреть. Нет, на Ялту не похоже. И я вам обещал рыбок. Ну, давайте посмотрим, что у нас здесь есть. И посмотрим, есть ли у нас здесь рыбки. Обычно здесь рыбки бывают. Но, правда, они скорее... Вон, я уже вижу рыбок. Вон, видите? Впереди... Рыбки такие, вот они, да, они как раз на людей идут. То есть они видят, когда, они уже привыкли к тому, что их кормят, и они собираются вот здесь около туристов. Действительно круто, действительно они ждут корма своего. Вот там интересные какие-то то ли пузыри, то ли что, да, детские шалости, вон пузыри, детишки выкидывают. Красиво так происходит все. Вот лодочки такие. И написано сразу, я рядом, номер телефона. Ох, кому-то может не повезти. Но, как вы видите, еще мне сказал Николай, с которым мы встретились с вами, да, Николай сказал следующее. Сегодня суббота, и поэтому очень много людей, непосредственно местных севастопольцев, крымчан приезжают сюда. Ну, в основном севастопольцев даже. Ребятки прям тут забирают книги и тут же их продаешь. Там бизнес. Молодцы. Ну и теперь действительно нужно нам потрогать водичку. Подошли близко. И давайте попробуем. Ой. А водичка-то действительно классная. Водичка-то действительно теплая. Класс. Так, что